Воскресным вечером в Ленинском мемориале царили звуки трубы и уникального женского голоса с хрипотцой. Джазовую страницу 55-го юбилейного фестиваля «Мир. Эпоха. Имена» открыли Вадим Эленкрик и Асет Смраилова. За фортепиано сидел Иван Фармаковский, на бас-гитаре играл Армен Макарчан, партии на ударных исполнял Александр Машин. Всех исполнителей и зрителей встречали на ура. Да, бывает счастье, и концерт — это обмен. Когда ты отдаешь и получаешь от людей, которые сидят в зале, ты что-то тоже получаешь. Но это интерес, внимание, аплодисменты. И вы друг друга начинаете заводить. И вот тогда получается что-то безумное. Тогда получаются очень хорошие концерты. И сегодня, на мой взгляд, многое оно получилось. В этом году международный фестиваль проводится в честь столетия русской революции. Одну из первых сыгранных композиций Вадим Эленкрик посвятил этому событию. Увертюра из кинофильма «Свой среди чужих, чужой среди своих» в джазовом варианте звучала ближе к популярному нынче жанру лаунж. Джазмен признался, что добро дал на такое прочтение сам автор произведения Эдуард Артемьев. Если Вадим Эленкрик уже не в первый раз выступал в нашем городе, то участница шоу «Голос» Асет Смраилова пела для ульяновских зрителей впервые. Вокальные партии звучали на родном языке новоорлеанской музыки. Публика узнаваемыми хитами осталась довольна, и музыканты не преминули возможностью выступить на бис. Большое спасибо за такой прием. У меня такой легкий шок, потому что я впервые на такой пресс-конференции. И это просто большое счастье. Просто вам очень благодарна и благодарна Вадиму. Спасибо вам большое. Кстати, реверансы в сторону юбилея революции на фестивале еще будут. 19 марта патетическую ораторию Георгия Свиридова исполнит Магнитогорская государственная академическая хоровая капелла. Впереди ждет еще множество выступлений в разных жанрах, и у всех, кто не успел на первые концерты, есть возможность приобщиться к прекрасному. Данил Ноздряков, Юрий Конихин, Новости дня, Ульяновская правда.